Друзья, всем привет, с вами сэр Холмс. Продолжаю проходить Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь в Роадире по-прежнему. И прошлый эпизод кончился тем, что я довел до контрольной, так сказать, точки квест вот этой дамы. С рабом-вором кончилось все тем, что его увели куда-то на суд, я полагаю. Там меч затесался забавно. Вот, и она говорит, вернись позже, посмотрим, что с ним там порешают. Вот, она мне в качестве награды выдала пару свитков, но они все по большей части вот такие очаровывающие, успокаивающие. Ну, ей, видимо, по должности полагается подобные иметь. А, вот, и еще я забыл глянуть вот эту записку, которую нашел в нычке раба. Ну, тут ничего особо интересного, просто листовка о том, какие, где есть рабы, что они умеют. Вот здесь их имена, их примерный возраст и что умеют. Тут хороший повар, неплохо в точных работах и так далее. Вот, но возвращаясь к делам насущным, где-то в этом районе мне надо найти хижину какого-то мера, который был свидетелем нападений, происходивших на пути Велота, на пилигримов. Квест, который я взял еще давным-давно в Дандриле, я не нашел в прошлом эпизоде это поселение, его хижинку. Но в этом возьмусь за это основательнее. Ну, кстати, возможно, это одна из них. За холмами не увидел в тот раз. Что тут, кстати? Мидоурай, хорош. Коммуника. Так, и я еще помню, что выложил щит. Но щит, я за ним вернусь. Так, я забыл, как его зовут опять. На щите у меня меточка стоит. Ворус Адрати. Надротил. Пока не то. Тут какой-то орк живет. May I help you? А ты тут не видала Воруса? Похоже, что нет. Как-то тут у вас пустынненько. Может быть, еще и там. В теории-то. Плантация, видимо, без рабов. Варн. Гетман этой деревни. Есть что поторговать, может? О, зелье восстановления маны. Это мне пригодится очень даже. Я тут, знаете, за кадром продал две мирские монеты. Вот той моей квестодательнице, на меня после этого напали все, кто там стоял. Я сейчас боюсь это делать. Действительно проработано, что это нелегальный товар. Ах, да. Тут общие очень советы и реплики. Может быть, есть какие-то награды? Нирмени и Нет. Я как раз ее ищу. Может быть, ему можно будет сдать. Его дом располагается на пути Велота как раз.
До пути Велота я еще не дошел. Путь Велота, наверное, за этой рекой. Окей. Тут какой-то корабль аж. Вот, вот это вот похоже на путь Велота. Это что за чудо тут стоит? Возможно, это там. Деревушка, которую я считал еще не проработанной, но мне подсказали в одной из прошлых серий, что эти места тоже заселены NPC-ами и квестами. Джаджабба. И даже с каким-то с аутфитом, так сказать, снарягой с какой-то. Чего тут стоишь? Приветствую, добрый сэр. Не хотел бы ты сделать пожертвование восточному обществу? Нет, обществу восточно-тирских аболиционистов. Ну, это небольшая организация. Но мы относимся с вниманием, наверное, ко всем нашим членам. Не интересует ли тебя сделать пожертвование в 100 септимов? Ну, можно ему, конечно, дать, а можно подоставать его. Типа, ты сбежавший раб, да? Ты пытаешься меня ограбить или вот? Кому и как служит твоя организация? Джаджабба полагает, что тебе не нужно значение нашего общества, ну, чтобы объяснять в деталях. Возможно, ты хочешь имена. Ну, как ты, наверное, понимаешь, обозначение членов и жертвующих, наверное, поддержателей организации и приводит их всех в риск. Это риск для них. Не говоря уже о том, что Джаджабба — это один из них. Но цели общества идут далеко за пределы его собственной шкуры, короче. Сто септимов, ну давай будем чисты. Общество служит только тебе. Классная реплика, смотри. Давай будем честны. Это только ты. И тебе не нужно больше 30 септимов, чтобы добраться до старого Эбингарда. Джаджабе грустно видеть такое недоверие от чужестранца, который, похоже, разделяет его цели. Но от лица общества Джаджабба благодарен за твое пожертвование. До встречи, друг. У него глаза нет, ничего себе. Тоже уникальное. Реплика. Я надеюсь, этот квест не будет. За него есть награда. Ну ладно, буду иметь в виду. Так, и что, мне похоже сюда идти все-таки? А может быть вон там его? Хижина, черт знает. Так, ну-ка.
Ну да, это я не туда куда-то вообще ушел. Я ушел на юго-запад, а мне надо на юго-восток. Я полагаю, что скорее действительно вот там будет хижина свидетеля нападений. Ну, путь Велота такая штука довольно. Обилующая пилигримами и прочими путниками. Тут криминальных элементов, соответственно, больше. Концентрация. Сейчас на юг от этого всего. Ну, возможно, это и будет его хижиной. Нет, тоже чья-то. Почему ты пришел в Велонит, чужестранец? Путь Велота на север, по дороге. Туда идут большинство приключенцев, путешественников. Если ты хочешь путешествовать на юг в Нарсис, тебе следует идти по дороге перед тобой. Обычняр. Слухи. Ральвин, Салдро... Он что-то болтал про его соседа, Вельмса Маларина, уже годами. Последняя жалоба про громкие звуки. Но они, похоже, идут из нашей яичной шахты, а не из дома Вельмса. Плохие доэдра. Это я пришел, в общем, в поселение, получается, да? Велонит или Велонис. Или Велонис. Наверное, Велонис. Велонит. Велонис. Будем так это называть. Велонис, да. Мы просто общество добропорядочных и работящих меров. Если ты сюда пришел за какими-то услугами, ты, вероятно, будешь разочарован, причем сильно. Это у нас Вален, это Гетман. Угу. Он всякими делами заведует, всякими там наградами за головы. Модера Бералиен предлагает сервисы больным и раненым. Мне как раз все говорят, что я ранен. May I help you? Вроде, кстати, никакие атрибуты не повреждены у меня, да? Все действительно имеют в виду. ХП, состояние ХП, да? Видимо, я далеко на юг слишком углубился. Похоже, их шахта. Ну, я, конечно, все понимаю. Данмерская религия, все такое, но это мне кажется слишком, не правда ли? Это не на тебя ли жаловались, я уж ваши имена забываю сразу, вы уж не обессудьте. Клянусь тремя. Последняя вещь, которая нам нужна, это чужестранцы, которые ходят от двери к двери, ожидая гостеприимства. А ты часом не очередной вор, как Велмс? Велмс Маларен?
действует на нервы всем здесь живущим. И за жизни, которую он ведет. Это мирная ферма, а не общество каких-то там бандитов. Я знаю, что он нехороший, в общем. Я слышал странные звуки из его дома. Звуки, которые он не объясняет. А что за звуки? Они ужасно громкие. Вот такие земляные тоны у них. Как будто из-под земли, видимо. Он, возможно, копает что-то или ломает камни, портя почву наших ферм. Но все остальные игнорируют этот беспорядок. Они живут в иллюзии, в которой все преступники исчезли и ведут добропорядочную жизнь. Как это, тейм? Усмиряя к вам, скажем так, усмиряя. Но я не разделяю эти иллюзии. Мой прапрадядя был ординатором, знаешь ли. И поедал негодяев, как Велмс, вместе со Скрибовым Желе. Холмс, ты, наверное, не прочь засунуть свой нос в это дело, а? Дай этому месту встряску. Он большую часть времени в шахте к вам, но он держит его дом закрытым, чтобы, видимо, не совались к нему любопытные. Выяснишь, что он там задумал, я тебя хорошо заплачу. Посмотрим, что смогу найти. Ну, замечательно, возвращайся, когда появятся какие-то зацепки. Вообще, пока ты у меня вызываешь больше подозрений, чем кто бы то ни было еще. Закрыто. Ну, давайте-ка сначала я в шахту схожу. Вот, значит, так, да, искал одно, напоролся на что-то другое. Кирка. Про к вам можно поговорить. Он уделяет обычно все свое время квамам. Где-то в глубине шахты. Про скрибов что расскажешь? Это поздняя форма квамы, оказывается. Измельченные скрибы, питательные. У них есть желатин. Со вкусом сметаны что-то. Хорошие магические свойства. Они местные его поедают. Хорошо. Пошел искать. Это не тот. Тут хоть и FPS-а много в шахте, вот что. Хорошо. Давненько не было в экстерьерах. Вот я уж довольно глубоко залез. Может, это он? Да, это он. Что ты здесь делаешь? Ты не создан что-то там для к вам, что-то там.
Мои обязанности не Ральвин, не ты, понять не сможете. Оставь меня в покое. Ну, про то, что он шахтер, он рассказывает с охотой. Мне кажется, я и тут могу что-нибудь найти. Черт, мне кажется, игра сломалась. Я вот в таких контейнерах, которые собираются, не могу ничего найти уже давным-давно. Подводные пути. Пока не хочу туда соваться, тем более, что, следуя моей условности, надо раздеваться. К вам, кстати, вроде долго не преследуют. Несмотря на то, что они агрессивные даже. Да, глубокая шахта. Опять уже кончается мана у меня. Ну, одно зелье у меня есть. Ух! Какие водопадики, смотрите-ка. Это, наверное, сообщается. Подводный проход вот этот с тем, который я уже видел, да? Хипнофация. Тоже ничего не собралось. Меня это настораживает. Окей, здесь живет матка. Там вроде ничего. Давненько не был я в квамовых шахтах, да? Разнообразие. Ладно. Тогда то, что мне и предлагали сделать изначально. Я ничего не буду для отыгрыша. Кстати, дом забот. О, прекрасно. Проповедь святого Аралора или житие. Скорее проповедь. Ну, святилище, короче, он себя тут сделал, поклоняется к вамам. Мюрал. Мюрал, наверное, это вот святилище. Тут, наверное, Альмсиви изображены. Вероятно. Три кого-то. Ты побывал в его доме, что ты обнаружил? Можно сказать, что он еретические писания там хранит.
Но по факту там же действительно святилище Альмсиви, да? Как такое может быть? Он известный преступник. Он, возможно, что-то прячет, Холмс. Ты не смотрел как следует. Ну ладно, вот. Небольшая плата за небольшую работу. Немного напомнило мне квест из Обливиона в Скинграде «Паранойя». Так, еще раз. Как, кого мне надо найти? Вдруг он здесь живет? Ворус Адрати. Ворус? Нет? О. Святой Мэрис. Почему бы нет? Я опять забыл, как его зовут. Но это явно все не то. Так, а чей гуар? Твой гуар? Нет. Твой? Я. Потому что, может, кто-то бы из них был торговцем? Нет, не похоже. Ну, вот это вроде гетман. Ну, и дом у него довольно богатый для такого поселения. Что привело тебя на нашу ферму? Если ты заинтересован в работе, у меня и кое-какие на... А, ну, да. У всех награды только за Нирмэни. Ну, наверное... О, Джаджаба. Джаджаба. У Велмса проблемное прошлое. Ну, он искупил свои грехи, похоже. Преобразился в глазах его духов и повелителей. Ральвин просто плохой сосед. Так, ну давай про Джаджабу. У тебя есть новости про Джаджабу? То есть я опередил события, видимо, с этим квестом. Дал ему некоторых денег, чтобы он покинул Морен. Ну, я не знаю вообще, как бы, предпосылки этого квеста, но как бы... Давайте будем реалистами. Я просто повстречал Каджита, который попросил мне донат. Ну, как бы он... весьма в наглой манере это попросил, но он на меня не напал, ничего, ну. Вот, я его довольно быстро вывел на чистую воду, хоть он и не сознался ни в чем. Вот, а с этим старостой я, может быть, случайно словом обмолвился, что такого-то встретил. И он интересуется, что же в итоге? Я говорю, ну я ему дал денег, чтобы он покинул Моровинд. Ты дал рабу денег и отпустил его? А ты насмехаешься над его лордцом Эндрилом Ильви со своей этим невежеством. Ты сделал позорную вещь, чужестранец. Да ладно, чё ты так? Ну, зато квест выполнен. Да-да-да, я ранен. Мне надо отоспаться, а у вас негде тут поспать-то даже ни у кого. Вот если я у тебя попытаюсь тут поспать, мне же не разрешат ни черта, да? О, нет, можно. Но я не буду. Так.
Вообще ночью искать эту хижину, это такое дело, конечно, тоже не очень. Я тут вообще в ближайших окрестностях никаких хижин не вижу. Ну, хотя вон что-то там есть. Это юг все еще более-менее нужное направление. Но мне кажется, что она скорее где-то там будет. Немного потопчу ваши крыши соломенные. Ну, его дом прямо на пути Велота находится. Ну, вроде бы это... Дорога ведет по пути Велота. Ладно. Поищу в этой стороне, в сторону Роадира. Все еще не вижу никаких хижин. Вот в этом поселении я был. Наверное, проще было бы сразу найти преступницу, чем... искать этого обывателя. А, ты нападаешь на меня? Прекрасное обилие водоемов, но... Но это все еще считается юго-востоком, я полагаю. Вот я вижу какую-то хижину, но это будет уже на восток чисто. Грех не потренироваться. О, копья прокачал. Опять мана кончилась. Ну что? Усыпальница. Аранда. Рискну. Слышу, уже скелеты там топчутся. Окей, видимо, для замков 65 уровня. Отмычки ученика будет маловато. Вот, все затоплено даже. Надо тратить эти стрелы, они тяжелые. Тут ты какой, а? Бенедиктство свято... О, это все, что ли?
Да прелесть какая. Вот все бы такие были эти усыпальницы. Так, что тут? Мясо Кагути. О! Так, что тут у нас? Отрава. Возьмем. На продажу. На продажу. Кстати, не понимаю, для чего эти заклинания. Саунд. Куда оно делось? Ну, вы видели, да? Вот оно, саунд. Оно как-то сродни молчанию, тишине, что ли? Мешают заклинания кастовать. Перышко. Кстати, наверное, имеет смысл с собой таскать хотя бы одно зелье. Ой, один свиток перышка. Вот это можно прямо сейчас применить. На продажу. На продажу. Щит. Ну, пусть валяется. О. Сырой мускус. Может, он умеет ману восстанавливать. Стоп коды, кстати, дорогой. Надо брать. Сарнады. Может, оно может ману восстанавливать? Ну, это, знаю, уже не умеет. Средние доспехи. Так. Дубинка с арены. Аметист. Передот. Они могут быть проклятыми, кстати. Не стоило того. Блин, бальзама. Сродни кольца Фаргота. Так. О, кстати. На продажу. Я, по-моему... А, я хотел вот. Все нормально. Никто не вылез. А тут я смогу отдохнуть? Только на лестнице, наверное. Ну-ка, или... А если я встану сюда? Все еще нельзя. А если я запрыгну вот сюда? Вот это вот самое... Незахламленное. Тут я могу отдохнуть? О, а тут я могу отдохнуть. Такой завалился спать на надгробии. Так, и ну, пусть 8 часов до 6 утра, потом в путь. О, почти все, исцелил себя. Можно было одним свитком их всех уложить, там фаербол какой-нибудь кинуть. Да, кстати, ману надо экономить. А, стоп. Стоп. Дай-ка еще раз благословление святого Олмса получу. Так. Ну и потом применю, когда пройдет эффект заклинания, этот свиток. Ну это что такое тут? Охотник, наверное, какой-то. А, под этим небом и солнцем. Приветствую тебя. Тепло приветствую тебя, да? Так, ты охотник, да, действительно. Слухи, совет-секрет. Да, ядра. Вармаровинда. Великие дома. Окей, хорошо, спасибо.
Вообще беда, смотрите, ничего не собирается. Так, сейчас найти бы этот... The Inner Pale Sun. Внутреннее бледное солнце. Ну, мне куда-то туда, получается, юго-восток. Ну, я, наверное, не буду далеко от пути Велота отходить. Жесть. Вообще все сломано. Это странно. Я вроде бы недавно, еще в недавних каких-то сериях, собирал коммунику там у них на плантациях. А сейчас? Я не знаю, может, это от времени года зависит сейчас? Не урожай? Я не знаю. Месяц вечерней звезды у нас чему соответствует? Какому реальному месяцу? Сейчас зима, ничего не растет, я не знаю. Или мне казалось, что я что-то собираю на плантациях? Вы не припомните, друзья? Я вот точно не могу вспомнить уже теперь. Ну это как бы не критично, но неприятно. Хм. Я, по-моему, уже пришел в незавершенные земли. В превью. Интересные там насекомые летают. Интересный, конечно, город, но он уж точно не проработан еще. Там пусто. Но пейзаж красивый, да? Это такие, наверное, горные массивы здесь. Все было интересно, что это за стена такая вдалеке. Вот, наверное, горный массив какой-то, действительно. А вот эти места, я не помню, проработаны или нет. Ну, судя по вот тому, что сейчас все подвисло, наверное... Сейчас я пересек как раз границу Mainland и превью. Превью это еще не готовое. Но! Зато тут какие-то домики, может быть. Я знаю, есть небольшой мод, который выдает предупреждение, если ты пытаешься пересечь границу превью. Типа дальше не проработано, дальше не ходи, убьет. Интересного. Гава Баравелл. Бандитов тут не видали.
Ну, хоть полюбоваться на дальние пейзажи можно. У меня, правда, все еще пониженная дальность прорисовки стоит. Занесло меня, конечно. Ну, нужное мне поселение может быть вполне на вот этом полуострове. У меня других вариантов сейчас не вижу особо. Кстати, скальных наездников тут нет, ни одного не встречал уже сколько. Тут либо неподходящие для них места, хотя скалы вроде есть, либо их тут всех вывели, истребили. Все еще не видать. Ну да, я явно куда-то не туда зашел. Надо возвращаться. Давайте закругляться на этом. Эпизод, друзья, так что лайки и подписки. Поиски продолжу уже в следующем эпизоде. Спасибо, что были со мной. Сэр Холмс, Tamriel Rebuild. Пока-пока.